В Симферополе завершилась динамиада правоохранителей. Последним ее этапом стало соревнование по волейболу. Районные команды прошли квалификационный тур. В крымскую столицу на финал приехали 14 сильнейших сборных. Игры проходили по круговой системе. По качеству игры здесь есть хорошее качество. Участвуют есть ребята, которые добились хороших результатов. Здесь есть и мастера спорта, есть и кандидаты мастера спорта. Так что, если есть такой уровень, значит и будет результат. Третье место заняли игроки команды Федеральной службы охраны Российской Федерации. Комплект серебряный. Медалей выиграла сборная МВД, а главный приз – кубок – завоевали волейболисты сборной внутренних войск. Игрок этой команды Максим Веревочкин получил индивидуальную награду. Он по итогам финала был признан сильнейшим разыгрывающим. Тренировки проходили очень упорно. Мы тренировались с 9 утра до 8 вечера. То есть мы рассчитывали на эту победу и заслуженно получили ее. Приз за волю к победе достался команде судебных приставов. Турнир по волейболу завершил сезонную динамиаду. На предыдущих этапах крымские правоохранители поучаствовали в соревнованиях по перетягиванию каната, легкой атлетике и мини-футболу. Среди видов спорта были также интеллектуальные, бильярд и шахматы.